А можешь использовать такие треки? Кусочками так? Плюс монетизации нет, нихуя. Понял, он чушь. Ну да, тоже верно. То есть там, типа, ну она есть, как бы, ну там, не знаю, ну приходит, типа, вот мне приходит там с моего ютуба, с основного, там, ну, 4000 долларов в месяц. Чего? Ну, брат, ну это, а теперь можно 10, типа, а раньше 40. Да, я покажу. Знаешь, сколько у меня с ютуба пришло? У меня там и показано тоже. Там вообще W деньги. Раньше можно было, понял, наоборот, вообще просто хуй рекламу забивать, просто ролики выкладывать. А сейчас, блядь, из рекламы, ну, уже блогеры, блядь, не ебут видос так часто. А, мне сняли? Ты ебать, у Илюхи сейчас монетизация была бы с такими просмотрами. Да, конечно. Вкуснятина была бы. Да. Брат, а у Масленького, блядь. Не, брат, ну просто забудьте все, кого я назвал до этого, нахуй. Влад А4. Да, у него тоже просто, ну это пиздец, что за деньги. У него вообще... Влады же детский контент, и YouTube перестал монетизировать детский контент. Когда он перестал? В году еще. Почему закрылись каналы, типа, Мистер Макс и... Не, брат. Мистер Макс закрылся? Закрылся. Конечно, Мистер Макс коммерс, ебать. Он ушел в казино. Слушай, у него жопу не проветривает, это норма?